Ну что ж, привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить Beyond Divinity. Мы основной наш мусор продали, накупили рун. Руны у нас веса не имеют, так что мы их можем таскать в любом количестве, и персонажи при этом не устанут, как говорится. Давайте возвращаться. Давайте возвращаться в цитадель. Перебьем всех ее воинов. Как раз у нас сейчас у главного героя одета обычная броня. Да. Ох, а там же еще много лута будет. Да, там же торговцы еще есть. Эй, что вы делаете в моем лазарете? Знаю я не... Отлично. Окей. Так, давайте главного рыцаря главным сделаем в нашей пати. Так, здесь больные должны стоять, стражники покалеченные. Так, подлечись, мой друг. Прости, Иван, ты остался последним. Отлично. Так, здесь, по-моему, все закончилось, да. Наверху никого нету. Тогда пойдем немножко правее. И сохранимся. Игра, к сожалению, вылетает. По крайней мере, пытался начать записывать эту серию. У меня благополучно игра вылетела. Ты только с нами недавно торговал нормально. А теперь уже мы тебе не друзья. Потому что из него охрененная гора вещей просто выпадет. Книгу давайте вот сюда перекинем. Мне столько не унести. Хорошо. Так, параллельный мир. И, к сожалению, игра у нас вылетела. Да, около магазинов так лучше не делать. Они здесь, немед. Отлично. Так, давайте сохранимся. Чёртова книга, а? Может, из-за тебя лаги?
Или сразу продавать? Нет. Продадим все разом. А пока все скинем. Так, поезд броня 1, фигня. Броня 1, фигня. Перчатки везения. Выживание, удача. Ты перчатки не носишь, а у тебя, в принципе, тоже неплохие. Интеллект, выживание, поле зрения, очки здоровья. Блин, хорошие перчатки. Ну ладно, продадим. Эпичные рыженькие. Изящный кушак. Беленький. Ну, к цвету моей брони не подходит. Так, броня 2. А у нас какие ботинки? Броня 1. Костяные, кстати. Отверстие для рун. Так, предмет возьмет. Скиллс. Только мы здесь немножко разобрались. И опять всякой фигни тащили. Тесак выносливости. Рубящий урон, кстати, можно нашему рыцарю одеть. 37-76. Ну, чуть получше, да. При этом рубящее. А то у нас тоже рубящее. Да, можно нашему рыцарю одеть. Только сила 28 требуется. Вот так. Сила 1, поле зрения 1. Выносливость 100. А ты что даешь? Регенерация 1, поле зрения 1. Очки магия. Сабля, давай тебя оставим. Ты нам еще, я думаю, пригодишься. Но мы можем нашему главному герою ее передать. На всякий случай, вдруг опять... Сломается меч, сломается лук. Хоть таким клевым мечом сможем орудовать. Теперь у нас клевый топорик. Так, траву тоже пока сбросим. Пока нам это точно не пригодится. Вот восстанавливающие жизнь бутылочки, да, можно оставить. А остальное, в принципе, мы пока не пользуемся. Да и враги не такие сильные уж будут сейчас попадаться. Так, брось туда, пожалуйста. Да, увидев эту полянку, алхимик бы сдох от счастья. Так, дофига стрел. Ну, обычные оставим, остальные все сюда сбросим. А вот на цветочки стрелу кинуть нельзя, да? Обычная стрела. Так, ну, по-моему, мы все сбросили. 15 тысяч денег у нас еще. Так, у тебя мы тоже все... Почти все почистили. А почему ты это одеть не можешь? Сила 22. Почти. Еще один уровень, и нам хватит на эти ботинки. Ну ладно, пока... Блин. Оставим у тебя. У тебя перчатки слетели. А, их просто не видно было. Их просто не видно было. Так, сбрось перчатки.
Так, сохраняемся. Все такое цветастое. Простите, я не хотел. Давайте, давай собирай рубашки. Так, растения. Ну, я думаю, нам не нужно. Костяной пояс мага, требуемая сила 22. Друг наш лучник, я тебе прокачаю все-таки силу, и ты сможешь это носить. Будешь у нас крутым перцем. А, стоп. Шкаф. Пока ты маг. Так, здесь, по-моему, никого нету. А, нет, смотрите-ка. Так, сундук заперт. Давайте спустимся сюда, а потом пойдем уже в данное главное помещение. Давайте сохраняться. Там у нас будет много враждебно настроенных бойцов. Так, здесь никого нету. Помните, что я вам говорил на лавра? И здесь будет только оружейник у нас. А, те самые пленники, сбежавшие с нижних. Да нет, этажей. Страж тоже здесь. Вы довольно далеко зашли, но посмотрим, выстоите ли вы против настоящего ветерана. Да почему нет? Почему не выстоим? Да, отстрел у нас урон никакущий, почти что. Ох ты ж, ё-моё, сколько из тебя вещей-то выпало. А, так, сохраняемся. Малый круглый щит. Я тебя понял. Портуемся. Ух, сколько стрел у нас, а? Пять тысяч обычных стрел?
Охренеть. Это где мы столько набрали? С торговца выпало, что ли? Я даже не обратил внимания. Я хотел сказать, а где щит? Мы же подбирали. Ну, давай тебе этот щит примерим. Так, 5-3. Нет. Так куда ты пошел? 10-3. Это 10-4. Ну вот и щит обновили. Тоже неплохо. Так, броня 1, сопротивление магии костей 1, очки магии. Ну. Костяной шлем. Не очень. Почти не тормозит. Ладно. По-моему, все. Сера нам нужна еще. Сохраняемся. И подбираем оставшиеся вещи. Еще один черный щит. Так, а из него выпало все то, что мы ему продали, да? Также. Стрелы подбери, пожалуйста. Эх, жаль, мы это подобрать не можем. Магический щит. Смотри, сколько там ботинок. Да хрена стрел, по-моему. А здесь это... Ну вот, хотя бы эти стрелы мы можем забрать. А до этих уже наш друг... Нет, дотянется, вы смотрите. Стрелы мы потырить можем. А вот сюда уже не дотягивается, к сожалению. Окей. Сохраняемся. Интересно, сможем мы хотя бы до 30 уровня докачаться? До конца игры. Потому как опыта нам все больше и больше требуется на новый уровень. Так, здесь, по-моему, никого. Кстати, а где у нас дезертир сидел? А, дезертир у нас тут был. Давайте как раз так и пройдем. Ну, если ты к нам не идешь, то давай мы тебя выпустим. Как-то я мог пропустить. И здесь у нас тоже начинается веселье. Да, здесь у нас противников много. Отлично. Yeah!
Так, с них опыт нам падает. По-моему. Так, надо как-то лук прокачивать нам все-таки. Мы выезжаем только на уроне рыцаря. Грубо говоря. Пока. Ладно, давайте все стрелы передадим главному герою все-таки. 8000 обычных стрел. Круто. Да, вес у нас почти. Вот еще чуть-чуть, и уже будет перегруз. Отлично. Так, это ты огненными стрелами у нас? Ты взрывными стрелами? Обычные стрелы и обычные стрелы. На, так вы не стакаетесь, да? А вот теперь застакались. 16 тысяч. Друг, вы где-то их все носишь? Так, сохраняемся. Наверху народ еще не осознал своего участия. Вот они, пленники! Все новобранцы в атаку! Блин, как-то плохо слышно. Я уже уменьшаю громкость. Надо тогда еще нашему лучнику выучить владение стрелами. Как бы изготовление пока хрен бы с ним. Тут надо владением обучить, чтобы у нас еще урон возрос. Такой будет снайпер. Так, а сколько тебе до уровня нужно? О, еще чуть-чуть, и мы получим новый уровень. Совсем немного осталось. Так, у нас здесь еще есть воин, который посуду моет. Кстати, он тоже хотел сбежать. К нам бы примкнул. Сковорода нам явно не нужна, и нам надо возвращаться в параллельный мир, сбросить всю ту фигню, которую мы набрали сейчас. Сохраняйся, мой друг.
По-моему, у нас здесь торговцев больше не будет. А у нас же еще второй этаж. Точно. Второй же еще этаж. Руперт. Непобедимый чемпион. Хреновости от чемпион. Там у нас бесовка или бес. Да, здесь у нас бес, и он хороший, мы его трогать не будем. Здесь, по-моему, никого нету. Да. И, по-моему, у нас здесь ловушки мы все дезактивировали. Ну, я надеюсь. Да, ловушек там больше нету. Эй, карта. Почему карта? Вот. Почему-то до этого карта не открывалась. Так, здесь у нас что творится? А, ну можем сначала заскочить. Да, в принципе, можем сначала сходить сюда. Здесь мы были. К Самуэлю мы уже поднимались или нет? А, ну да, к Самуэлю мы уже поднимались. Ну, до сюда добежать. Вернуться обратно сюда. И уже уничтожить крепость. Так, здесь у нас бесовка-уборщица должна быть. Так, я пропустил чулан. Кстати, да, и алхимию надо прокачивать. Здесь же можно зелье постоянного действия сделать. Так, а ты откроешься? Какой ты злой. А если мы все-таки главным героем попробуем открыть? Меня? А, мне не дотянуться. А что, подойти невозможно? Слабак. Ну как все накинулись. А, мы на уровень поднялись. Точно. Потому и подлечились. Так, сила 22. И в ловкость тебе все вкачаем еще. Ух, опять сколько стрел-то. Так, а все остальное у нас подберет рыцарь. Ну, ладно. Немножко стрел тоже возьми. Окей. Ты, друг, у нас стрелы не поменял? Нет. 16 тысяч. А сколько у нас обычных стрел еще на лугу нашем валяется? Так. Здесь остался повар. Ух, не сбежавшие пленники! Солдаты, ко мне! Ну, тебя уже никто не слышит. Какой у тебя тесачок неплохой. Ах!
давайте эту фигню подбирать не будем. Пищу. Бутылки уже надоело. С такими лагами это все продавать невозможно. Так, тут пусто. Да, с такими лагами продавать здесь просто невозможно. Так, бесы. Они у нас хорошие. Ты же вообще пьяный должен быть. А тут куличи 35 урон. Либо у него броня хреновая, либо из-за того, что мы ловкость прокачали до определенного уровня, у нас возрос урон. Либо из-за того, что у нас разница в уровнях. Тоже как вариант. Так, ну, Самуэля мы были. Самуэль. Кому как интересно. Так, отдыхайте, друзья. Мы уже близко. Сейчас перед выходом последний заход сделаем. Заберем наши бриллиантики, наши руны, наши стрелы, бутылочки. И пойдем во второй акт. Сохраняйся, друг мой. А, или здесь мы уже всех перебили. А, да, оружейник на нас здесь накинулся, все. Помню. Так, сохраняемся. Давай, друг мой, все сбрасываем, то, что нам еще потом пригодится, чтобы побыстрее продать всю фигню. Ну что, хорошо, у нас сейчас половина вещей застакается. Те же самые стрелы, травка. Так, ну это оставляем это все на продажу. Так, давай... Это тоже пока скинем, чтобы она нам не мешалась. Так, ключи, мясо. Мясо продавать не будем, нафиг его. Так, это, по-моему, у нас не выскакивает в продаже. Но я, по крайней мере, не помню. Так, обычный стрел тоже у тебя уберем. Друг мой, что у тебя творится? Кстати, да, можем же уже одеть. Кстати, можем руну вставить. Какая у нас руна? Здесь самая распространенная. Сер Ор, Сер Идра, Сер Изос. А что они дают? Я вот не помню. Ладно, я еще посмотрю информацию по рунам. И тогда в ботинки что-нибудь вставим. Будет маленьким бонусом. Стоп. Стоять. И, по-моему, во втором акте ключ от параллельного мира совсем недалеко находится, так что я думаю, по-быстрому его раздобудем. Сбросим, опять же, травки и бутылочки. И продолжим игру. Так, здесь тоже, по-моему, у нас все. Окей. Давайте сохранимся.
А почему мы красный доспех отложили? Вот этот вот. 7. Кстати, да. Мы же можем теперь его одеть. Силу 20. А у нас сейчас одет. Инициатива, меткость, колющий, дробящий. А здесь 7-6. Давайте это тоже продадим. В принципе, немного ты бонусов даешь. Так, защита стихии. Давайте пройдемся, что мы можем еще вдруг выучить. Так, у тебя мы все выучили, отлично. Двуручное обращение со стрелами, стрела огня. Так, обращение со стрелами, отравленная стрела. Окей, это нам пригодится. Так, а ты чему нас можешь обучить? Так, удар в спину, мудрость, следопыт. Следопыт. Ну, мана нам не нужна, удар в спину, в принципе, тоже следопыт. Ладно, где-нибудь выучим еще. Пока тоже не очень интересно. Наша прелесть. Мы еще, кстати, не все продали. Так, к слову. В кармане взлом, кстати. Давай взлом прокачаем. Скрытность, яд. Улучшение куклы. Пока нет. Так, а что-нибудь у нас еще интересное у кого-нибудь есть? А ты, Дос, собирай, пожалуйста, эти вещи. Да, я помню, у тебя какая-то фигня продается. Хорошо, давайте еще пару камешков тогда купим. Шестнадцать тысяч стрел. Обычных. Отлично. Все, подбираем свои вещи. Так, так как ты у нас алхимик, забирай всю траву. И стрелы твои. Все остальное отдадим рыцарю. Так, трава же у нас застакалась. Да. Так, руна тебе тоже, наверное, соберем. Thank you.
куча кристаллов, куча рун, девать их некуда. Так, ну и стрелы собирай. Благо стрелы, по-моему, много не весят. Так, отпусти, пожалуйста. Одну броню оставили. Ну ладно, пусть. Их с ней уже не хочу продавать ничего. Копошиться. Рыцарю дадим, потом продадим. И сколько же у нас стрел? 2263 всего лишь ядовитые. Обалдеть, что так мало? 17 тысяч. Да, стрел у нас просто до хрена. Так, рыцарь смерти, это уже все твое. Костяной шлем. Тебя тоже не продали? Странно. Надо бутылочки с маной продать. Эх, жалко, здесь нельзя свой дом построить. Там бы стенд с именным оружием бы сделали бы. Полочку, куда всю ману бы складывали. Окей, забирай эту всю фигню. Но, по-моему, все. Мы зачистили. Сохраняемся. И взрываем к чертям эту крепость. На кузницу напали. Во имя хаоса. Защищайтесь. Интересно, а с кузнецом можно было бы как-нибудь поторговаться? А у нас брони нету. Это шлюп в стене. Он отделяет нас от потока лавы. Если его разбить, расплавленная лава зальет всю крепость. Беги, спасай свою шкуру. Так, здесь, по-моему, больше ничего интересного нету. Ну, малый топор, уникальный предмет. Ой, малый молот, простите. Давайте починимся перед тем, как взрывать крепость. Да мне кажется, у любого можно починиться. Охренеть. 500 золотых. Так, абордажную саблю тоже починим на всякий случай. А где наш лук? Который вот-вот сломается. Слушайте, а я здесь лука не вижу? Или она не чинит луки? Давай к тебе обратимся. Может, у тебя будет видно? А, стоп, подожди. Подожди. Давай-ка вот так сделаем. Ага.
Так, я надеюсь, оно... Как там было в анекдоте, не ебанет. Так, я понял, кому оно переместилось. Угу. Ну что, сохраняемся на всякий случай. 22 тысячи опыта каждому нам дали. Ах, Немезида, Немезида. Некогда этот мир населяли синие существа, звавшие себя Ранаар. Меня учили, что их старейшины владели искусством разлома. Они умели открывать порталы в иные миры. Нам предстояло отыскать одного из этих старейшин. Задачу усложняло то, что демоны уничтожили почти весь их народ. Один знакомый демон вовсе не обрадовался нашему успеху. Я его вполне понимал. Не так-то приятно архидемону быть на побегушках у простого некроманта. Но нам повезло. Если бы Самуэль не исчез, нашим приключениям мог бы прийти трагический конец. Я никогда не любил паладинов. Мертвый демонический волк пахнет лучше, чем они. Но моя вторая половина оказалась достойна уважения. В конце концов, мы сумели выбраться из цитадели живыми, на что я, признаться, не сильно рассчитывал. Кроме того, мне было искренне любопытно, как нас примет Немезида. Хвала хаосу, мы прорвались. А ведь поверь мне, смертный, все висело на волоске. Выбраться из цитадели Самуэля — это тебе не шутка. Однако, прежде чем праздновать победу, служитель света, вспомни, что нам еще надо найти способ выбраться из этого мира. Помяни мое слово, мы еще не раз о нем услышим. Демоны просто так не сдаются. Прежде всего, надо убраться отсюда как можно дальше. После этого надо будет найти способ перебраться через потоки лавы, которые окружают этот остров. Я знаю, для нас обоих теперешнее положение как нож острый. Но отделаться друг от друга мы сможем только тогда, когда вернемся в Ревелон и найдем там мою прежнюю госпожу. Прежде всего надо убрать... Ну что же, я думаю, на сегодня мы прервемся, немножко отдохнем и продолжим в следующем видео. Ну а если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Спасибо за просмотр.